Это аптекарский огород. Здесь клубника. Это жимолость. Все, я уже срезала здесь. Подготовка к зиме произошла. А здесь айва даже красная. Вон сколько ее. Лучок, батун начал по-новому опять расти. Земляничка. Чебрец. Много здесь всяких травок. У меня это душица в чайнике. Вот это. Вот это мелисса. Это пустырник. А вот это вот эхиноцея. Я ее срезала, уже засушила. Пьем уже. Вот там дальше здесь шалфей овощной, шалфей, еще какое-то название, вот не помню, календула. Это любисток. Вот еще красивая айва, красоточка. Все снимать сегодня буду. Так, вот кустик айвы тоже весь плодах. Сейчас покажу отсюда весь свой аптекарский огород. Вот он как выглядит. Вот это все, вся полянка. Это уличный парник для помидор. Сняли уже в конце августа все. Урожай был хороший. Здесь уже выкопали георгины. Тоже красивые были в этом году.